Русские народные сказки. Как лиса с овцой волка наказали. Аудиосказка. Жила-была у одного крестьянина овца. Не взлюбил ее хозяин. Придирками замучил. Решила она уйти из дома. Шла себе, шла, повстречалась ей лиса. «Ты куда, овечка, направляешься?» «Да вот лисичка-сестричка ушла, я от мужика, житья совсем не стала. Что не случилось? Козел ли сен раскидает, баран ли изгородь повалит, кругом у него я, овца виновата». «Ух, не говори, овечка-подружка, у меня та же история. Сом ли уточку притопит, ястреб ли курочку прихватит? Во всем меня винят». И решили овца с лисой вместе держаться, так веселее. Пошли они, куда глаза глядят, а навстречу им волк-браток серый хвосток. «Здорово, подруги! Далеко ли собрались?» «А куда глаза глядят?» – отвечал лиса. «Ну, так мне как раз по пути», – обрадовался волк. И пошли они вместе. А по дороге волк и говорит: «Послушай, отца, тулупчик-то на тебе мой». Услыхала это лиса, встряла в разговор: «А точно ли твой?» «Мне ли свой тулупчик не знать?» «И поклясться можешь?» «Да запросто!» – отвечает волк. А хитрая лиса давно приметила, где охотник капкан поставил, и указала волку на едва приметный бугорок. «Ну тогда прямо здесь целуй присягу!» Волк, не чуя подвоха, ткнулся мордой, куда лиса велела, щелкнул капкан и прихватил серого. А подруги убежали по-добру, по-здорову и решили больше попутчиков с собой не брать.